настоящие анонимные волшебники. Уникальный способ решения некоторых проблем биткоин был представлен группой фанов Гарри Поттера. Проект Mimblewimble решает два вопроса – увеличение количества транзакций в сети биткоин и усиление приватности, но не работает с существующей сетью биткоин, сообщает coindesk.com. Mimblewimble впервые был предложен криптографом, который называет себя французским именем Том Риддл. Сейчас такие герои, как Игнотус Певерилл, Гарри Колливандер и Миропа Риппл присоединились к развитию проекта.